Боже, Матерь Божья, печаль нашу, радость предваряющая. Даже ночью очередь из желающих прикоснуться к иконе в Свято-Никольском соборе не иссякает. Каждый православный считает за большую радость поклониться и попросить помощи у образа Пресвятой Богородицы. Я приложилась к иконе уже третий раз. Сейчас пойду еще четвертый раз. Я вообще не хочу уходить отсюда. Я уже больше полгода не выходила на улицу. У меня болит коленка. Я вот сильно колено болела. Я прочитала, что эта икона помогает даже кто в хромоте. Вот это я прикладывалась к иконе и сюда. Я не чувствую, что у меня болит колено. Это вот чистая правда. Распечатанная на обычной бумаге, ничем не приметная на первый взгляд, икона стала почитаемой у верующих после удивительного события. 20 лет назад образ Пресвятой Богородицы стал непрерывно мироточить. Считается, что молитва перед иконой «Умягчение злых сердец» помогает улучшить отношения с родными и близкими. Образ называется «Умягчение злых сердец». И это то самое важное, что сейчас нам необходимо, потому что мы гневаемся, раздражаемся, мы нетерпеливы, мы вспыльчивы. И вот умягчить это злое сердце, ожесточенное, гневное, вот и призвана эта икона. Такого столпотворения, как было у нас в прошлые годы, не было. Но и в то же время икона не пустовала. Всегда минимум 10-15 человек стояло перед этим образом. Знаменитая икона пробыла в Шымкенте 3 дня. После святыня отправилась в Тарас.